Салют, друзья! С вами снова Grand Inquisitor. Мы продолжаем играть в Metro Exodus. Запасайтесь чайковским, кофе и вкусняшками, присаживайтесь поудобнее. И я желаю всем приятного просмотра. Поехали! Ну что, готов? Так точно. Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед! О, многообещающе. В руках у нас Эльса Мельника. Почему бы и нет? Бульдог и... Убойник. Аптечки, фильтры, все сделано. Патроны тоже. Нечто похожее мы уже видели в метро в Москве. Выбор у нас не особо большой, так что погнали. Добрый день. А вот и знакомство. Отлично. Заходи, а? Как же? Что-то здесь совсем жопа была. Очень жесткое место.
Вы мне расскажите лучше, нахрена я свет выключил? А, чтобы дверь здесь открыть. Понятно. Чем дальше, тем лучше. Классно сделал, молодец. Даже так. О, поплыли. Выглядит все это, конечно, очень шикарно и безумно атмосферно. И чертовски опасно. Я не знаю, это наша конечная или нам дальше можно. Но осмотримся здесь. Охренеть звуки. Фу, мерзость. Явно ядовитая. Давайте мы на лодке дальше, если можно. Как-то мне на лодке немножко безопасней. Но это такое обманчивое впечатление. Потому что чем дальше, тем больше и больше мы углубляемся в жопу. Я даже не знаю, правильно мы поступили или нет. А еще мне интересно, оно наносит урон так или именно вдыхая? На всякий случай в противогазе поплывем.
А, какое-то депо, насколько понимаю, гниль. Достижение. Черт возьми. Мать твою. Охренеть. Сдохни, хрень. У меня аптечки закончились. Думаю, противогаз можно снять. А, хрен там. Вот и наша конечная. Все просто поросло этой массой. Охренеть. А, черт. Жизни было очень мало. Сразу с эльсы начинаем. Там урон у нее просто бешеный. Там почти максимальная шкала. Как-то полегче все прошло.
пока на нас противогаз. Это вроде как не опасно. Эти ядовитые какие-то так, застояли. Ай-яй. Тормозить не будем, сразу ускоримся. Полностью конченное место. Максимально. Аптечек нет. Не совсем понял, куда там дальше. Thank you.
верстак. Хорошо. Семёны, бросай все, и чтобы завтра вся твоя пожарная команда была тут. У нас два дня не выжигали. Так все кругом колония. Прям по червям ходим. Эта погость теперь еще и дерьмом каким-то плетет. У меня полный лазарет. Работать некому. Я план сорву, так меня с тобой здесь снимут, и хрен со мной. А вы там, на своей чистой станции, будете в трясой сидеть, потому что оно как? Либо у нас тут депо-черы, либо у вас материалы. Короче, не доводи до греха. Две тонны листа лежит, и пробили еще полторы. И если ты не оторвешь жопу, и лично тут все не выжишь, вера, будешь потом один это добро курочить и охапками таскать. Потому что нас тут сожрут нахрен, понял? Противогаз, конечно же, чиним. Это очень нужная вещь. Да, и в принципе ни на что у нас не остается, но зато 30 минут фильтров это очень, очень много. Спасибо за такую передышку. Погнали дальше. Их еще и полутать можно, вообще классно. Ёб твою мать. Хрен тебе. Они вообще какие-то неубиваемые, чешо. Как это мерзко. Блять. Без рельса я бы вообще не знал, как тут справились бы. Наверное, никак. Арбалет у меня там был. Ха-ха, еще раз ха. Противогаз разбивают просто, суки. Thank you.
ближе к поверхности радиация усиливается, чтобы я... Эти птички не помогают. Совсем плохо. Это что за пиздец? Как будто поезд ехал. Артём! Артём! Чёрт. Артём! Артём! Вставай, пора. Аня. Я здесь пока немножко посижу. Немного зеленки. Может, легче станет. Радиация отпустит. Ух, и на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю серию. Всем спасибо. Комментарии, лайки, все с вас. Всех обнял. До новых встреч.